Возрождение сестры. У нашей речки появилась перспектива попасть в областную программу по реабилитации рек. Это целый комплекс экологических мероприятий, которые позволят в дальнейшем реке самоочищаться. И сегодня экологию русла главной реки Клина проверила специальная комиссия. В ее составе представители Минэкологии областного и федерального уровня. Смотрим. Почти 5 километров пешком вдоль русла реки с таким родным названием «Сестра». Несмотря на жару, лед тронулся, пошутила глава округа Алена Сокольская. Это значит, запрос на реабилитацию нашей реки услышан областным правительством. Его передала инициативная группа во время июньского визита в наш город губернатора области. И комиссия Минэкологии, в том числе от федерального уровня, сегодня обследовала и оценила масштаб проблемы. Получили, в общем-то, подтверждение тому, что мы действительно не просто так об этом говорили, а что этому есть основания. Заросшие, заиленные берега, конечно, сходы земли, которые у нас достаточно обрывистые берега в некоторых участках реки, тот мусор бытовой, который годами, десятилетиями накапливался и лег в основание, к сожалению, сейчас уже дна реки, да, то есть все это требует серьезных финансовых вложений, серьезного привлечения техники и включения, конечно же, нас в программу региональную по очистке русла рек. Региональная программа по реабилитации малых рек Подмосковья стартовала 3 года назад. За это время было обследовано почти 50% подмосковных рек. 52 километра водных ресурсов прошли реабилитацию. Это значит, берега укрепили и очистили от мусора и поваленных деревьев. Сократили объем донных отложений. Где нужно, установили очистные сооружения. После осмотра акватории реки Сестры комиссия составила акты. А затем направит документы в областное министерство экологии. Ну а выводы уже сделает губернатор. В случае положительного решения нашу сестру включат в региональную программу в ближайшие годы.